24 ноября 13 юных воспитанников отделения фехтования на базе спортивного комплекса «Дзюдо» выехали на открытое первенство на шпагах в Осетию, где продемонстрировали хорошие показатели разных возрастных категорий. По словам тренера Джабраила Исмаилова, подобные выезды на соревнования позволят юным спортсменам выработать мотивацию и перенять опыт у преуспевающих спортсменов. Хотели, чтобы они это увидели, непосредственно это почувствовали сами. А то, что потом дальше уже получилось, довольно-таки приятно нас удивило, скажем, не только нас, и их. И я думаю, что вот этот опыт, который сейчас получили, вот здесь уже на тренировках, они уже будут воспринимать чуть по-другому сам процесс тренировки. Вот этого мы добивались, я думаю, что у нас получилось уже. На данный момент фехтованием занимаются до 50 школьников, 30 из которых смогли впервые выехать на первенство. По мнению юной спортсменки Бариат Кабаевой, участие в первенстве научило многому. Прежде всего, перебороть страхи. Когда проигрываешь, как раз хочется больше заниматься и больше трудиться, чтобы идти уже какое-нибудь место занять в следующих соревнованиях. И когда сложно на тренировках, бывает легко и на соревнованиях. А если ты здесь отдыхаешь и ничего не делаешь, на соревнования бывает трудно. В планах юных атлетов принять участие на всероссийском турнире, который состоится в мае 2018 года. Как обозначили тренеры, предстоят долгие упорные тренировки. И, как они надеются, будут успешными результаты. Бека Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».